Приоритет МАГАТЭ – срочно создать зону ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Об этом заявил Рафаэль Гросси на открытии в Вене 66-й ежегодной сессии Международного агентства. Глава надзорного органа ООН намерен продолжить консультации с Киевом и Москвой, чтобы добиться от обеих сторон обязательства не обстреливать АЭС. На прошлой неделе Гросси уже обсуждал это с главами МИД России и Украины на полях Генассамблеи ООН. Тогда с трибуны Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал Россию вывести войска и вернуть Украине контроль над станцией. Как сказал генсек Антонио Гутерриш, эта война должна прекратиться. Но прежде чем это произойдет, мы должны предотвратить ядерную аварию, чтобы страдания не переросли в мировую трагедию. Если произойдет непоправимое, всему виной будет наше бездействие, добавил Гросси. Самая большая атомная электростанция в Европе находится под огнем. В это невозможно поверить, но вот до чего мы дошли. Запорожская АЭС, все реакторы которой остановлены из-за обстрелов, была захвачена россиянами в первые дни вторжения. Миссия МАГАТЭ посетила ядерный объект в начале сентября. Двое специалистов агентства остаются на станции.